Так, здравствуйте. У нас сегодня на обзоре отвертка бошевская XO с битами и насадками. Так, сама коробка выглядит вот так вот. Сама одной семьи Bosch, как обычно, коробка. Вот. Удобно сделано, чтобы открывать верхнюю крышку. И здесь у нас гарантийный талон, поролон на крышке, сама отвертка, биты, зарядник и инструкция. Так, зарядник у нас вот так вот выглядит, с USB, с мини-USB, бошевская. Вот, затем сама отвертка с диодным фонариком, нажимаешь, и при закручивании или раскручивании загорается. Переставляем здесь индикатор батарейки и переключение по часовой стрелке и против часовой стрелки. Так вот работает. Вот клавиша для включения. Так. И место для зарядки. Так, сам гарантийный. Биты. Биты у нас 10 штук. Такие вот. Разные звездочки, плоские и крестовые. Вот инструкция, параметры по ним. Так, параметры по ним, если вам видно, что это номинальное напряжение 3,6 вольта. Так, емкость 1,5 ампер-часов, 5,4 энергия, аккумулятор 1, число оборотов холостого хода 215 примерно в минуту. Такая вот книжечка, удобное место для инструкции. Так, кладем все это назад. Провода удобно вот сделаны, чтобы нигде ничего не валялось. Конечно, шикарно. Так, и затем мы можем отогнуть две стороны, и у нас под коробкой находится еще информационная, так, буклет и две насадки под 90 градусов и такая вот чуть-чуть в сторону. Вот, чтобы ходить, надо вытащить верхнюю заглушку и, например, поставить 90%. Чтобы подсоединить, просто поворачиваем. Так, мы воткнули. Чтобы открыть, поворачиваем и вытаскиваем. Также меняем сторону. Опять покрутили. Но единственное, что у фонарика у нас уже нету. Он закрыт. Опять поворачиваем в сторону. То есть по 90 градусов спокойно мы можем крутить. Также и эта насадка имеет такой же, так сказать, замочек. Также вставили и вытянули. Ну а чтобы нашу основную поставить, вот здесь вот диодик, просто примерно в это место все попали. Вот такой вот прибор. Аккумуляторная отвертка.
брал я ее, сейчас подскажу, за 3000. Вот такой вот набор. Вот я могу показать, как он работает. То есть раз. Сейчас, секунду. Сфокусируем его. Все. Закрутили. То есть вообще на ура. Смотрим. Все. И вот я включил без фонаря. Вот он сам. В принципе, видно, да, как он работает. Достойный экземпляр.